Уважаемые друзья, товарищи, комрады и все, кто меня смотрит, сегодня я вам расскажу, вернее покажу, значит, ездили ли мы к сад, съездили к сад своим родителям, мы съездили, там у них домик, а домик, значит, где-то построен в 79-80 году, вот, ну, я там бывал, как бы сказать, частенько, но на чердаке не лазил, вот, и сегодня вот мы съездили туда, ну, хотели поработать, но очень сыро, работать не пришлось, и просто я залез на чердак, посмотрел, что там, нашел интересные, значит, предметы старины, ну, и вот в своем видео я вам расскажу, что и как. Как и что я нашел, что из этого видео можете посмотреть. Ну, давайте смотреть. Сегодня приехали в сад к родителям. Вот. Тут, конечно, мы давно были, но не лазили. Вот на чердаке мы нашли такую вазу, не вазу, горшок большой глиняный. Жена его приспособила под цветы. К сожалению, он расколотый был. Но очень интересный старинный горшок. Вот. Яблони цветут, ветер. Вон какие цветут яблони. Вот ветер. И вся земля у нас. 2 мая, картошку, да, и картошку не можем посадить. Земля у нас вся в цвете. Вот. Сейчас мы. Вот, жена. Говорит, что сыро, очень сыро. Сейчас зайдем мы посмотрим, что у нас там наверху. Я там видел кое-какие интересные, значит, вещи. Это я зашел в сам домик. Ну, тут света нету. Конечно, темно. Вот, немножко открою я окно, потом закрою. Вот, это русская печка. Вот пока после зимы, можно сказать, ничего не тронуто. Вот. Значит, пройдемте дальше. И залезем мы на чердак. Здесь на печке рюкзак, сумка, обои. А что старье. Сейчас залезем мы на чердак. Опа! И посмотрим, что там есть. Вот уже я вижу старый сундук. Это, наверное, бабкин сундук. Ну, тут веники, кровать, ящики. Ну, это все не то. Значит, вот я залажу. Сейчас, опа, ой, доски. Значит, о, вот уже я нашел что-то интересное. Я обойду с другой стороны. Вот, чтобы было свето. О, кстати, это называется либо рубанок, либо что-то длинный рубанок такой. Старый, старый рубанок, самодельный. Вот. Сделан он все полностью из дерева. Правда, вот тут нет ножей для рубанка. Или фуганок он называется. Ну, я не знаю. Может быть. Вот. Дальше. Извиняюсь, телефон упал. Дальше. Вот это. Это уже рубанок. У нас тут тоже нет железки. Вот такой. Ну, он уже старенький. Расколотый, по-моему, сделан из разных, значит, как называется, пород деревьев. Вот это, тут ручки вставлялись, по-моему, сюда вставлялись ножи и, значит, крепились клинышками. Вот такой рубанок. Сейчас еще посмотрим, что у нас есть. А, вот еще. Сейчас я вытащу. Нашел еще что-то похожее. Так, вот. Вот это
Посмотрим, что это такое. Так, сейчас мы вот так сделаем, положим. Вот смотрите, тоже интересная вещь. Это... Так, это значит, что у нас? Здесь болты закручиваются, здесь вот нож есть. По-моему, это делать пазы. Я не знаю, как он называется, но вот он так состоит. Все из дерева. Здесь полностью он есть. Клинышек, нож. И вот здесь, наверное, это для того, чтобы делать, ну, как размер. Вот. Ну, размер вот как бы... На каком расстоянии делать паз? Да, вот такая вот вещь. Если смотреть, он будет так выглядеть. Вот, вот так вот. Вот. Дальше. Еще что-то там у нас есть. Так, вот еще. Достаем. Это тоже типа рубанка. Тоже цельный. Вот она. А это у нас делать, наверное, полукруглые. Что-то пазы или что-то такое. Ну, если кто-то знает, можете, значит, рассказать. Вот. Это делать полукруглые пазы или что-то такое. Так, вот такая вещь. Еще что-то там есть. Вот это тоже почти такое же. Полукруглые. Тут полностью в сборе. Вот он так смотрится. Вот. Значит. Вот так ножик тоже тут есть нож. Вот такая вещь. Вот. Сейчас я тоже посмотрю. Ну, это у нас колодка, по-моему, для валенок. Вот такая колодка. Интересные старые вещи. Вот она. Собрано миди. Вот. Вот, смотрите. Такая колодочка. Вот. Дальше. Ну, а тут... А, вот, кстати, здесь есть клинышки и нож полукруглый от формы. Вот у нас что-то есть. Вот. А тут и коробка. Ну, видимо, в этой коробки было. Сейчас я снова все сложу. Вот это у нас колодка. Дальше пошла. Это делать нас тоже такая часть. Вот она так смотрится. Сложим. Это у нас простой рубанок. Это тоже типа рубанка, тоже старинный. Ну, вещи, наверное, это годов 30-х, 40-х, 50-х. А может быть и уже. Но я так думаю, что это, значит, все инструменты моего деда. Вот, он занимался и валенками, и, наверное, потом они, он, отец их взял и перешли к этому. Вот так вот. Ну и этот большой фуганок положим обратно. Вот сюда. А это мне положим. Ах ты. Давайте. Вот. Сюда. Где они? Ну что тут еще? Всякого херни. Всякой. Да. Ну вот самое интересное, это такие сетки. Сетки были в 70-х годах. Вот они какие интересные. Ну тут какая-то трава хранится. Вот. Такая сетка интересная. Вот. Ну и вроде интересного здесь больше
ничего нету. Там газеты, здесь противень и веники. Надо будет прибраться здесь, и будет хорошее помещение. Так что вот что интересного можно найти на чердаках даже садовых домиков. Ну, пока все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите следующих моих видео.